я привел вам куклу для битья. Я думал, мы идем к Одину. Ты видишь ли, у тебя и шпрендом мы намерены. Так что я и близко не подпущу тебя к сердцу. Сарбахопа! Ну давай, покажи мне, какие еще попсы у тебя взорвались. И это твой главный фокус? Вот потеха. Лежать. О, чудесно! Удивительно, как их отметать талант? Йотаны проиграли все войны до единой. Ну, так неинтересно. Угадай, что дальше. Ты хочешь, чтобы все отец ждал? Как ни странно, именно хочу. Да, я более чем уверен в своем решении. О, нет! Стрел! Какой ужас! Что? О, как он это делает? Я встречусь с Одином, так или иначе. Ты встретишься с ним за порогом смерти. Что? Это бессмыслица! Слабовато! Эрбахоппа! Ой, даже это не сработало. Теперь мне точно конец. И все, что ли? Это все, что ли? Уратра! Да. Надо сказать, Локи, я совершенно не впечатлен. Знаешь, лучше не вставай. Прекрасно. Прекрати. Хочешь или нет, он гость всеотца. Тут-то я вонь почуял. Еще один шаг, и это для тебя плохо кончится. Да что ты? И как ты намерен мне помешать? Взгляни мне в глаза. Ответ там. Больной ублюдок. Локи, добрался. Я так польщен. Я вижу, тебя встретил Хеймдаль. Он читает для меня мысли. Мальчик лжет, всеотец. Этот юноша, а он мой гость, весь в грязи. Объяснись. Он хочет тебя предать. Это так, Локи? Ты у нас хитрец? Да я это в шутку. Конечно, он хочет меня предать, Хеймдаль. Зачем бы еще он пришел? У него нет поводов мне доверять. Пока. Зато у него есть много вопросов. А я могу дать столько ответов. Что ты встал? Свободен, иди. С радостью. А ты почисти одежду. Но все, отец. Сеохват. Хеймдаль, да хватит уже. Ты хотел убить меня при первой возможности? Вот. Что, этого тебе недостаточно? Иди отсюда! Да, тяжко с ним. Проницательный, но порой забывает подумать. Понимаешь?